В гимназии номер 16, где проходили испытания участников конкурса «Учитель года России-2022», появился небольшой музей. В память о своем пребывании в Тюменском учебном учреждении финалисты оставили тарелки с изображениями своих регионов и населенных пунктов. Коллекция получилась яркая и необычная. Моя тарелочка из Ненецкого автономного округа, город Нарьян-Мар. На моей тарелочке изображены достопримечательности нашего города. Это администрация, это библиотека, музей, почта. Так как наш город небольшой по сравнению даже с городом Тюменью, он даже очень маленький, как, наверное, одна какая-то улица будет. Поэтому нас на тарелочке уместили самые наши вот значимые места. От участников прозвучало много слов благодарности в адрес гимназии, ее сотрудников и учеников. Каждый финалист лично вручил сувенир из родного края. Все у нас такое яркое, колоритное. Национальный костюм яркий. Цвета флага и герба красное и желтое. Поэтому тарелка такая очень получилась яркая и интересная. Вот герб Чукотки, например. Это город Анадырь, который является столицей Чукотского автономного округа. Анадырский залив видно. Это наш подарок школе.